Лампа одного катчера горит. Катчера частота где-то 800 кГц. Вот, но если заземлить и индуктор с любой стороны, называемый индуктор. Хотя это не индуктор, а первичка на этой катушке. Вот, лампа гаснет. В любой точке. Можно включить потребление 2 ампера и 14-13 вольт. Можно подключить пушку. Вот, с пушпулом говорит, на резонансе. Пушпула частота 150 кГц. Потребление 4,1 ампера и 13-14 вольт. Ватт лампа горит на каких? 130 вольт. Ну, индуктор. Заземляю индуктор, сразу притухает.